нахожусь на набережной Канелты. Делаем небольшую прогулочку. Вот такой тут песик ходит. Ноль внимания. Мераба. Спасибо. Не надо. Thank you.
жарко. Идем там, дойдем до деревни. Хороший песик. Хороший. Мужчине стало плохо, позвал на помощь, тут же к нему кинулось большое количество людей на спасение. И спасатель в том числе, спасатели, несколько человек. Вот его вытаскивают на сушу. Все хорошо. Мужчина спасен. Здесь тоже хорошо. Сейчас подожди. Thank you.
пробка. Оазис. Зашли в оазис растений. Здесь на данном участке Канилты, пляжа Канилты, высажено много очень различных деревьев, кустов, пальм и деревья с огромными обширными кронами. Прямо кайф здесь ходить, гулять по этому участку пляжа. И здесь же очень много народу располагается в кронах этих деревьев, под кронами этих деревьев. Дорога. Ну, смотри, может, сюда. Зашли в Робертс кафе на набережной Конь-Ялты. Заказали два вида кофе. С ванилью и... Какое второе кофе мы заказали? Это кофе и молоко. Это с ванилью. А, да, с ванилью. А, первое кофе? Карамельное. Карамельное, какое-то кофе с карамельное, со сливками и так далее. Сейчас посмотрим, что нам будет. Вот несут наш заказ, наверное. Мираба. Вот сюда. Шакюродарим. Вот это ванильное с ванилью, а вот это с карамелью. Робертс кофе. Начинаем дегустацию. Ну как? Молочный коктейль. Да? А попробуем вот это мое. У меня там нет кофе. Да, попробуем. Вкусный молочный коктейль. Кофе есть, просто его мало. Ну, сейчас я попробую. Ну, тебе какое больше понравилось? Молочный коктейль. Вот это тебе больше понравилось, да? Ага, понятно. Все, в нашем раунде победил коктейль с ванилью. Кофейный коктейль, да? Thank you.
проходим череду кафешек, расположенных в начале набережной Каньялты. Здесь идет все сплошь кафе, кафе, кафе. А там впереди всякие площадки спортивные, детские площадки. И там уже море. Дальше морское. Здесь магазин. Merhaba. 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 Мераба. Ты говори по-немецки, отвечай. Да, отвечай. Вот когда он скажет, да, сосуд. Прикольно. Ага. Merhaba. Thank you.
Майтай. Давай. Майтай суши мануфактура. Но он еще пустой. Видимо, недавно открылся. Шекспир, сетевое кафе. Все. Это первое, и оно уже последнее, смотря с какой стороны идти. Если заходим на пляж Конъелты со стороны музея Анталии, или вот от лифта, вот он, муниципальный лифт, вот это вот, то это первое самое кафе будет. С него все начинается. Шекспир. Вот оно, мое любимое Конъелты, мой любимый пляж Конъелты. Шикарный, длинный, с чистейшим средиземноморским побережьем, с чистейшим морем. Вода прозрачная, как слеза ребенка. Очень много различных растений, кустов, деревьев. Ну просто шикарно. Кто тут еще не был, обязательно сюда приезжайте. И не проездом, а именно останьтесь здесь на несколько дней. Именно вот в районе пляжа Конъелты останьтесь, походите, погуляйте, поживите здесь. Вы влюбитесь в это райское место. И не захотите уже отсюда уезжать. Посмотрите, оливковая роща, высаженная на пляже Конъелты. Деревья еще молодые, но уже кроны сформированы, и какие-то, может, даже есть плоды небольшие. Классно. Лет через 10 эти деревья будут вообще большими, с огромными кронами.